В следственном отделе проводят проверку по итогам пожара, унесшего жизнь человека. Напомним, возгорание произошло 4 января в теплоузле 102-го дома, расположенного в 13-м микрорайоне. О результатах дознания нам рассказала помощник руководителя следственного отдела в городе Губкинском Зульфия Тодорова. 4 января 2015 года около 18 часов 40 минут после ликвидации пожара был обнаружен труп мужчины с признаками ожогов. В настоящее время личность пострадавшего установлена. По данному факту следователям следственного отдела по городу Губкинский проводится проверка, направленная на полное всестороннее и объективное установление обстоятельств происшедшего. По предварительным данным, причиной смерти пострадавшего явилось острое отравление окисью углерода и продуктами возгорания. Погибшего опознали родственники. Он являлся жителем нашего города.